Это я тут стоять. Ну, стой, хорошо, хорошо. Сейчас будет какой-то волна. Лава. А, ну жопа тебе же. Ты выбрал не самую подходящую точку, Жека. А, Димон! Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт уже во вторую серию нашей супер-челлендж-карты, где мы будем выяснять, кто же лучший майнкрафтер на всем Ютубе. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо, что поставили очень много лайков под предыдущим видео Эдисона. Именно благодаря вам мы снова играем на этой карте. Да, ребята, я читал все ваши комментарии, и было много положительных этих самых комментариев, где вы просили, чтобы мы с Жекой записали еще одну такую же серию, поэтому если вы хотите еще одну такую серию, где мы будем приглашать еще кого-то, еще каких-то ютуберов, возможно, то ставь уже влепить огромнейший палец вверх на эту серию. И про комментарии не забудьте. И про подписку-пиписку, да, Евгений? Как я знаю, сейчас счет у нас 1-0, да? Да, да, но я тебе поддался, я тебе поддался, понимаешь? Ну хорошо, хорошо, давай мы в этой серии проверим, кто кому поддался, кто кому не поддался. Ты готов? Да, вы давай тыкай, готов? Тыкай на свою тыкаю. И мы летим! Мы полетели! Как в прошлой серии, мы летим, и сейчас нам челлендж. Опа! Напись, бич! Бич! Так, челлендж сейчас будет нам выбираться. Евгений, ты постой на месте, никуда не убегай, постой на месте, и мы сейчас будем решать, кто выиграет, кто не выиграет. Тут самое главное, понять суть челленджа, понимаешь? Суть челленджа. В принципе, да. С этим я, пожалуй. Бомб! Что это такое? Что значит бомб? Жака, бомба, типа, бомба! Бомба! Какая бомба? Баба заспавилась! Твою-то мать! Ну, ты жив? Выжил. Ты жив? Ну ты, конечно, да. Молодец. Я пока еще тоже жив. А, все? О, мы оба выжили. Как-то изи! Да давай ты нам пожестче какие-то челленджи, а не просто одну бомбу. Короче. Дальше. Ну, потом, если мы были в центре карты, то нам как бы. Ну, она заспавнилась прямо посередине какого-то гигантского бассейна. Мы там 100% не были. Ну так да, что... ну просто тут с карты фартануло. Да, с картой повезло. Так, амьюзимент парк, Жека. Парк, понимаешь? Да, да. Не люблю эту карту. Не любишь, да. Если он тут делал противозаконные вещи. Очень противозаконные вещи! Бомба! Жека, убегай, 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 убегай! Бомба, 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 бомба! А стоп, у меня опять собой. Я умер как-то уже после конца челленджа, и у меня тоже сейчас 2 коинса. А у меня 3 сейчас почему-то. А, да? Чё-чё-чё, я вообще ни хрена не понял, на самом деле. Ну, тут написано Эдисон и Шадоу Пристав, типа, выжили. А почему ты выжил, если ты взорвался еще до того, как все TNT взорвались? Подожди, а у тебя 3 коинса, да? Да, у меня сейчас 3 коинса. Ну, значит, нормально, значит, кажется. Ну, хорошо, ты читер, читеришь опять, Евгений, не надо читерить. Я вообще с тобой стоял на одном и том же нет, месте. Нет, ну ты на 1.5 метра был впереди от меня, понимаешь? Это играет большую роль, большая роль. Нифига это не играет. Ну хорошо. А в общем, пока я лидирую, но... Отрыв только 1 коин, поэтому все может измениться. Да не бей меня! Это зараза. Что это? Что это значит? Что это значит, дебил? Что это значит? Паскуда, он дебил! Ну так нечестно, так нечестно! Так, отрыв уже 2 очка, мне уже это не нравится. Не нравится, не нравится? Давай, давай, включай следующий, давай! Потоп, ты не выжил! Не выжил ты, Потоп, понимаешь? У меня не пишется название челленджа. Точно! Ай, фильки-бат, я забыл даже про это. Хорошо, я буду тебе напоминать. Я думал, у тебя тоже есть название, поэтому я как-то, ну окей. Нет, у меня в первый раз было вот это с бомбой, потом у меня не было. Хорошо, это тогда будет тебе говорить, что такое, что у нас будет. Тинтирейн, Тинтирейн, Жек, убегай! Что это значит? Это дождь из ТНТ, Тинтирейн! Я понимаю, но это что значит? Тебе на голову падает ТНТ, что не видишь? Это да, но как нам выжить? Может надо спрятаться где-то за, там, не знаю, за деревом, на какие-нибудь. Давай, попробуем. Какие-то дырки. Попробуем, так, я за да. дерево спрятался. Ага. Не, лучше так не делать, мне кажется. А-а-а! Ты что меня пьешь, зараза, 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 не бей меня, не бей меня! Да куда, куда? Опа! Все, мы выиграли, И ты тоже выжил, так что не надо. Да, какой-то слабенький челлендж. Я хочу пожестче, чтобы было, понимаешь, пожестче. Да. По жестокому просто, чтобы было. Опять этот бич. Не хочу бэч. Этот бич. Прошлое время был парк, а теперь все время будет бич. Все время бич. Ну хорошо, мы справимся, Евгений, мы справимся, не переживай, все будет хорошо.
Да ты падла, ну как ты это делаешь? Почему я тебя не сталкиваю, а ты меня сталкиваешь все время? А, Жека, похрен, похрен, потому что гасты. Пофиг, пофиг. Так, Жека, надо убегать. Жека. Все нормально. Все хорошо. Мы спокойны, нас никто не атакует. Ты зараз! Нет, не бейте, пощадите! Не надо бить, пожалуйста! Пощади! Меня убили! Как? Да! Изи! Как меня с одного удара убили? Как? Почему уровень не заканчивается? Почему уровень не заканчивается? Я умер! А, зашибись, у меня также 3 коинса. А у тебя сколько? У меня также. А что это сейчас было? Почему оно не прогружалось дальше? Подожди, а у тебя 3 коинса? Не, у меня на 2 больше. А почему мне не засчитали уровень? Ну потому что ты умер! В смысле, какая разница? Ты умер раньше! Я не знаю, что-то карта как-то глючит, но это не важно. Ну, хорошо, будем учитывать, что у нас отрыв в одиночку теперь. Ну хорошо. Мы потом. Да я заколебался уже на этом пляже играть, Жека, переключи, пожалуйста, карту! Встань от меня. Встань, пошел вон, уйди отсюда! Ну хорошо, дед. Я уйду, и я не вернусь! Все, я ну, ушел! Ну и вали! А что это и такое? Вали. Подожди, что это такое сейчас будет? Что там? Вейв, какая-то волна чего? Волна, воды, наверное. А-а-а! Жека! Все очень вроде печально! Да не, вроде как бы мы выжили, все. А, нет. А, А, ну ладно. Че такого челленджа у нас еще не было, и хорошо, потому что он какой-то слишком туповатый. Ладно, давай. У тебя 6, да, коинсов? 7. Ага, то есть тебе тот уровень с гастами засчитали еще и тебе. Нет, такого не было, ничего же. Офигеть, вот так вот. Я вообще не понимаю, что это сейчас было. То есть я выиграл, а гонцы зачитались ему. Это вообще, мне кажется, эта карта специально... Для меня специально сделана, специально для меня. Бомба, Жека, бомба! Вот и вали, вот и умри. Где бомба? Сзади бомба! Нет! Все? Мы выжили. Изи. Как-то изи, Жека. Че дают такие изи челленджи, Жека? Я хочу пожестче, понимаешь? Да пожестче. Ну такая разница, даже если умираешь, все равно коинс тебе засчитывается. Неправда, я просто зачитерил один разочек и все. И все, и больше не считается. Один разочек случайно зачитерил. Поэтому, Жека, не переживай. Ты куда потопал? Ты куда попрыгал, а? Я вот не скажу. Стой, хорошо. Сейчас будет какой-то волна. А, ну жопа тебе, Жека. Ты выбрал не самую подходящую точку, Жека. Димон! Жека. Ну. Да вот сейчас ты умрешь, давай, умри. Не самая хорошая. У меня пол хп в смысле! Вот так тебе и надо! Это я тебе просто фору дал, знаешь? Фора. Фора, понятно. Фора. А, все, у меня пол хп. Да нет! Не надо меня бить! Хватит меня бить! Собака такая. Уходи отсюда! Давай, проваливай с моей точки! Блоксторм! Да я не могу бегать из-за тебя, придурок! Жека, опа, ой-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 ой! Давай, я тебя стоплю! Стоплю! Да уходи ты, уходи! Уйди от меня, не беспокой меня, все, отстань от меня, я с тобой не хочу дружить, Жека, ты... В смысле, да как? Ну я не понимаю, я просто бегу, меня засыпало! Ты потому что за мной бежишь, тебе блоки мои на твою голову падают, понимаешь? Пошел в жопу. Я за подстроено. Подстроено. Ну ладно, я предлагаю еще последний челлендж. Самый жестокий, который только существует, понимаешь? Самый жестокий, Жека. Опять вообще будет бэч, смотри. Бэч. Бэч! Ты прям угадал то, что бэч будет. Я знал. Ты читер, понимаешь? Я читер, я просто знал. Сколько у тебя коинов, Жека? У меня 5.
Ты где-то в жопу от меня! Сраку. Нет! 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 Предатель! Предатель! Не прерывай, что нам коин с тебя зачитать, смотри. А нет. Ты предатель, ты меня убил, Жека, ты меня убил, ты понимаешь? Смотри, кто выиграл последний челлендж, тот и победил. Сколько у тебя коинов, Жека? У меня 26. Да, да, то есть у Жеки 6, у меня 10. У меня 26. Да, да, небольшой такой отрыв, всего лишь на 4 коина. У меня 26. Да, 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 ври, ври, больше ври, больше всем ври. Мы достанем всю правду. Ты ничего не докажешь. Ну вот, скрине, давай, пруфы, пруфы, давай, предоставь пруфы, там у тебя 26 коинов. Сейчас, подожди, да. Так, где-то мой фотошоп, подожди. Да, вот, вот. А, ладно, победила дружба, на самом деле, нет, опять я победил, ну, поэтому, ладно, Жек, извини, я не хотел, честно. Я зачитерил один раз, и то не знаю как, это случайно получилось. Да, вообще, ужасно, ужасно. Ты не обижаешься, Жек, ты не обижаешься? Да нет, я не обижаюсь на тебя, не переживай, я на тебя не обижаюсь. Все хорошо, все хорошо, Лиза. Все хорошо. Это все хорошо, конечно. А в смысле? Коинцы! Чё, меня заплющило, Жека. Да не тпхай меня! Я тебя не тпхаю, как бы. Все, карта сломалась. Давай, ну заканчивать это. Вот ты придурок, сломал всю карту. В общем, ребят, мы на этом действительно уже будем заканчивать. Он сломал карту, поэтому мне не очень так удобно заканчивать. Но, ребята, ставьте огромные пальцы вверх. Давайте набираем 15 тысяч лайков на вот этом видосике прямо сейчас. И обещаю то, что мы еще одну серию такую запишем. Да, я шоколадный заяц, я ласково вернусь. Подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока. Ай, Жека.